Буква «С» в имени говорит прежде всего о стремлении к стабильности и материальной обеспеченности. Умеет достигать поставленных целей. Астрологи рекомендуют им быть более сдержанными в суждениях. Звук «Ш» воспринимается окружающими положительно, ассоциируясь с детским лепетом, когда ребенок еще не выговаривает все звуки. В большинстве своем имеет особый мистический дар, позволяющий им читать судьбу других людей, события и даты. Они умеют использовать жизненный опыт для духовного развития. Значение буквы в этом имени символизирует чувство превосходства, говорит о самовлюбленности, стремлении завоевать всеобщую любовь, уважение и признание. Звучание буквы «С» не вызывает раздражения. При совместимости с партнером лучшие отношения будут достигнуты, если в имени партнера есть хотя бы одна ударная гласная буква. Чем больше гласных будет в имени, тем более сильное понимание между ними будет возможно. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Обладатель этого имени учит быть внимательным к жизни и способным по малейшим изменениям оценивать ситуацию. Таким личностям стоит уделять больше внимания самочувствию из-за частых перепадов настроения. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Это яркие личности, обладающие благоразумием и рассудительностью. Владельцы этого имени пребывают в состоянии покоя, они отражают в своей зеркальной глади окружающий мир. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.